Самое ценное, чем может поделиться человек с ближним своим в трудную минуту, это тепло и моральная поддержка. В преддверии отопительного сезона сегодня утром из Черкесска в Луганскую Народную Республику состоялась отправка очередного гуманитарного груза, на этот раз в виде дров. Ахмат Халкечев подробнее. С начала специальной военной операции наша республика уже отправила более 500 тонн различного гуманитарного груза. Преимущественно это были продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости. Ну а с инициативой организовать отправку гуманитарного груза именно в виде дров выступило Карачаево-Черкесское региональное отделение партии «Единая Россия». Эта работа ведется в рамках той помощи, которую республика оказывает на протяжении всего периода проведения военной специальной операции. Сегодняшний груз мы отправляем по той заявке, которую мы получаем еженедельно. Две машины для наших военнослужащих и одна машина для жителей Донбасса. Первая колонна с теплотворным грузом в 40 кубов выехала в составе трех грузовиков. Во главе колонны транспорт от МЧС для демонстрации гуманитарного характера миссии. Благотворительную инициативу партийцев, кроме военных и спасателей, активно поддержало и Министерство природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесии. Готовила дрова под ведомственное учреждение, это Урупский лесхоз. Сорта у нас твердолиственные, бук, дуб, граб. Это первая партия гуманитарного груза от нашей республики в виде дров. До начала отопительного сезона в район специальной военной операции из Карачаево-Черкесии планируется отправка еще двух партий. В общей сложности будет отправлено свыше 100 кубов. Ахмат Халкечев, Олег Махожев, Вести Карачаево-Черкесия.